На канале Луганск Новости. Здравствуйте. В студии Анжела Галиева. В начале коротко об основных событиях пятницы. Еще как бы месяц, да. Могу. Прожить, снять на квартиру, дальше не знаю. Нужна помощь. Для сбора гуманитарной помощи мигрантам организованы два пункта приема в Защите и Векторе. Эти семьи, они могут к нам заявляться. Но опять же, здесь все будет решаться в индивидуальном порядке. Сбежали из-под пуль. Десятки семей из юго-востока Украины ищут убежище в Нефтеюганске. Не совсем мы любим наш город. Мы за первое полугодие обязаны были сдать 10 тысяч квадратных метров жилья. И снова отставание. Строители, которые взялись строить в городе жилье, отстают практически в два раза. Беженцы в Нефтеюганске. Тысячи вынужденных переселенцев из юго-востока Украины покинули свои дома в поисках мирной жизни на территории России. Почти 30 человек из них проделали путь в 4000 километров и оказались в нашем городе. Как им жить дальше и какую поддержку они могут получить здесь, семьи узнали на встрече с муниципальными властями. Ставшие чужими в своей стране, жители разгромленных городов ищут приют в России. У каждого своя история. У кого-то есть родственники, которые приняли их. У других нет никого и даже средств к существованию. Многие остались без документов. Но у всех приезжих с юго-востока Украины одна беда. Первым делом необходимо узаконить свое присутствие на территории нашей страны, чтобы устраиваться на работу. На встречу с мигрантами прибыли руководители всех структур, с которыми русским украинцам придется сталкиваться в ближайшее время. Больницы, центры занятости и иммиграционные службы. У кого на текущий момент нет миграционной карты, я попрошу к нам подойти в 202 кабинет, значит, написать заявление, значит, изложить, какая была ситуация при пересечении границы. И на данном основании мы выдадим миграционную карту. Значит, после чего нужно обязательно направить в наш адрес уведомление о своем пребывании, где вы будете пребывать. Сегодня точной информации, сколько пострадавших приехало в округ, нет. Только в Нефтеюганске проживает несколько десятков сбежавших из Славянска и Луганска. И город ни разу не сталкивался с устройством беженцев, поэтому такую практику службы только начали нарабатывать. О том, чем уже сейчас может помочь муниципалитет вынужденным мигрантам, расскажет Ольга Кондрашина. В Нефтеюганск украинцы ехали к дальним родственникам или знакомым. И если вопросы с жильем, хотя бы временным, беженцы смогли решить, то с работой все гораздо сложнее. Иностранные граждане обязаны покупать патент и проходить платную медкомиссию. Но, как говорят гости из соседней страны, теми небольшими сбережениями, которые привезли с собой, они не могут воспользоваться. Какие-то были сбережения, но мы их не можем поменять. Мы, конечно, не с пустыми руками, все-таки немножко есть в руках, но мы не можем ничего сделать, ни поменять, ни снять. Обменная валюта как таковой нету. Мы обращались и в банки, и как таковых обменных пунктов на рынке нету. То есть они у нас лежат как бумажки. Немного проще тем, кто заранее обменял гривны на доллары. Екатерина Капустянская с двумя детьми приехала в город 24 июня. В этот же день она сняла квартиру за 18 тысяч рублей. По украинским меркам это просто огромная сумма. Женщина говорит, что такими темпами ее сбережений, а точнее декретных, которые она успела получить на родине, надолго не хватит. Ну, еще месяц. Еще как бы месяц, да. Могу. Прожить, снять на квартиру, дальше не знаю, будем добиваться от посольства, там я не знаю куда, от головы просить помощи. Еще одна проблема, которая беспокоит Екатерину, это здоровье 9-месячного сына Германа. Как перенес долгую дорогу, как акклиматизировался на севере, да и по возрасту малышу пора делать очередную прививку. По закону медицинские услуги для иностранных граждан предоставляются на платной основе. Однако руководители Нефтеюганской окружной больницы решили принимать украинцев бесплатно. Администрация больницы в рамках благотворительной помощи для жителей Украины приняла ряд решений. Медицинские комиссии жителям Украины будут проводиться в кратчайшие сроки и бесплатно. Также в ряде решений было принято, что детям с территории Украины вся медицинская помощь, все медицинские осмотры, профилактические прививки, экстренная плановая медицинская помощь будут проводиться в кратчайшие сроки бесплатно по экстренным плановым показателям, то есть в стационарных и поликлинических условиях. Бесплатно медики готовы лечить и взрослых, правда, только в экстренных случаях. Чтобы получить необходимую помощь или пройти медкомиссию, достаточно предъявить украинский паспорт. Что касается приема детей, то в поликлинику надо принести еще и свидетельство о рождении. В регистратуре заведут карточку и направят к педиатру.
Со здоровым ребенком, слава богу, все в порядке. Врачи приняли очень доброжелательно, без всяких оплат, как обычно это происходит в больницах. Для иностранных граждан все платно. К нам как хорошо отнеслись, с пониманием. Несмотря на то, что у мамы на руках грудной ребенок, она не унывает. Женщина готова пойти на любую работу. По специальности она повар. За малышом будет присматривать старший сын. Единственный вопрос, на который пока Екатерина не может ответить однозначно, это надолго ли их семья останется в России. В них еще теплится слабая надежда, что родную Николаевку не сотрут с лица земли. Ольга Кондрашина, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Нужны вещи, продукты, школьные принадлежности и игрушки. Сегодня в Нефтеюганске организованы 2 пункта сбора гуманитарной помощи для украинских мигрантов. Правда, за 3 дня работы поступают только звонки от горожан. По факту ни круп, ни консервов, ни средств личной гигиены пока никто не принес. С собой только один чемодан. Матери с детьми, покидая родные дома в Украине, брали с собой только документы и вещи первой необходимости. А наш климат резко отличается от юга соседней страны, поэтому сейчас беженцы оказались в очень трудном положении. У них нет ни теплой одежды, ни демисезонной обуви. А лето в Нефтеюганске очень короткое. Я, 2 детей и гражданский мой муж. Взяли самое необходимое. Это документы и одежда на первое время. Нормально приняли. Страшно было уезжать. Там бабушки остались с дедушками. Больше всего хочется домой. Рассчитывать на государственную поддержку мигрантам пока не приходится. Российское законодательство предусматривает регулярную и единовременную финансовую помощь только для своих граждан. А иностранцам предварительно необходимо получить разрешение на временное проживание. После чего можно претендовать, к примеру, на детские пособия. Но если вы приехали в семьи, и те семьи, в которых вы проживаете, испытывают какие-либо трудности, вот эти семьи, они могут к нам заявляться. Но опять же, здесь все будет решаться в индивидуальном порядке, поэтому те, у кого вы находитесь, у кого вы, так скажем, сейчас находитесь в гостях, они могут к нам обращаться. Сейчас в Нефтеюганске работают 2 пункта приема гуманитарной помощи. Один расположен на базе Центра защиты в 12-м микрорайоне, второй в Векторе в 11-м А. Как пояснили сотрудники центра, пока им нечего предложить мигрантам. Оказать посильную помощь беженцам можно в рабочие дни с 9 часов утра до 7 вечера. Ольга Кондрашина, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Москва дала Югре на лесопожарную технику почти 10 миллионов рублей. В свою очередь Ямал получит почти 8 миллионов, Тюменская область чуть более 6. Рослесхозу на выделение этих субсидий всем регионам страны в 2014 году выделено около 500 миллиардов. Далее простая экономика. Госдума во втором чтении одобрила поправки к закону об ОСАГО. Так, с 1 октября 2014 года лимит выплат по ущербу имущества в ДТП предлагается увеличить со 120 тысяч до 400. С 1 апреля следующего года по жизни и здоровью вместо 160 рублей до 500. Изменится и порог учета износа деталей с 80 до 50%. Автовладелец, пострадавший в ДТП, сможет выбирать способ возмещения вреда в денежной форме или направлением на ремонт. Ответственность за продолжительность ремонтных работ ложится на страховые компании. Правда, предстоит еще и третье чтение закона. Бюджетникам Югры будет проще отчитываться за льготный отпуск. Электронный билет теперь считается документом строгой отчетности и должен приниматься в бухгалтерии наряду с обычным квитком. Кроме того, югорчане смогут уезжать на отдых в выходные дни, предшествующие дате наступления отпуска. Как пояснили депутаты, на кошельке югорчан это не отразится, но значительно облегчит поездку и получение компенсации за нее. Работник вправе уехать раньше, не утрачивая право на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, а также провоза багажа. Югра, Тюмень и Ямал останутся самостоятельными субъектами Российской Федерации. Об этом в очередной раз заявил исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев. Комментируя возможности продолжения взаимодействия трех субъектов в рамках так называемой «Тюменской матрешки», он отметил, что ни разу не усомнился в эффективности модели, когда на одной территории существуют и активно сотрудничают 3 самостоятельных субъекта Российской Федерации. Подрядчики снова подвели. За первые полгода в Нефтеюганске застройщики должны были сдать 10 тысяч квадратных метров жилья. Однако сдали в половину меньше. Глава администрации на очередном совещании призвал к ответу недобросовестных строителей.
Строится много, а сдается мало. В Нефтеюганске почти в каждом микрорайоне возводят многоэтажки, но завершают строительство в запланированный срок не все организации. На очередном совещании с застройщиками глава администрации отметил, что в этом году отстают от графика две фирмы – «Зодчий» и «ДСК-2». Не совсем мы любим наш город. Мы за первое полугодие обязаны были сдать 10 тысяч квадратных метров жилья. А сдали с великим трудом 5 тысяч квадратных метров жилья. Отставание конкретное. И с нас никто план ввода жилья 50 тысяч квадратных метров жилья не снял. Два дома в 11-м микрорайоне подрядчики обещали ввести в эксплуатацию в апреле. Теперь этот срок сдвинули на конец июля, середину сентября. По факту эти дома практически готовы, но по документам 5000 квадратов жилья строители не успели сдать вовремя. Еще один дом в этом же районе зодчему необходимо построить до конца декабря. Однако пока готовность объекта не достигает и 5%. Восьмой дом, 11-й микрорайон. Здесь указано 1%, немножко побольше выполнения, то есть свайное поле 100%, бетон принимать заканчивается. В декабре сдача. Вы верите сами? Да. 3 этажа. На каждом объекте, отстающем по графику, Вячеслав Арчиков проведет выездное совещание. Но в целом, по итогам встречи, подрядчики пообещали главе администрации, что, несмотря на все проблемы, к концу года план в 50 тысяч квадратных метров жилья они выполнят обязательно. Ольга Кондрашина, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». На отдыхе не расслабляться. Эксперты назвали самые опасные туристические направления, где чаще всего происходят несчастные случаи с россиянами. Надо отметить, что анализировали информацию по страховым случаям за последние 3 года только одной, пусть и крупнейшей страховой компании. Возглавил список самых опасных стран Таиланд. За медицинской помощью туристы чаще всего обращаются, находясь именно в этой стране. Это почти 1/5 всех страховых случаев. На 2-м и 3-м месте Кипр и Италия, соответственно. А вот самой безопасной оказалась Австрия. Стоит отметить, что Турция и Египет в список не вошли, так как страховая компания не работает с турфирмами, которые специализируются на этих странах. Возможно, показатели были бы также высоки. Кстати, в Таиланде туристы зачастую обращаются с простудными заболеваниями. Как отмечают эксперты, видимо, виной всему кондиционер. Кондиционеры и прохладительные напитки. Твой выбор. Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних встретились с подростками из губернаторского отряда. С ребятами, которые на время летних каникул устроились на работу в службу занятости Центра молодежных инициатив, специалисты провели профилактическую беседу и рассказали о тонкостях своей работы. Никита Мирошниченко санитаром памятных мест города работает первое лето. Говорит, освобождать зеленые аллеи и тротуары от мусора – миссия ответственная. После уборки вроде как и дышится даже легче. Мне понравилась идея с уборкой памятников, чтобы город был чистый. Сейчас много проблем с именно грязью, мусором, который находится в нашем городе. Я хочу, чтобы город был чистый и красивый. Сегодня у губернаторского отряда выдался небольшой перерыв. К ним навстречу пришли специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. Сергей Сухачев рассказал, что самые частые правонарушения, которые совершаются подростками, это кражи, мелкие хищения, незаконный оборот наркотиков. С начала года в данном преступлении были уличены 4 несовершеннолетних. Все они поставлены на учет. Однако в работе специалистов главное не это, а индивидуальная профилактическая работа. Занять юного нарушителя полезным делом, дать возможность развить творческие таланты и встать на правильный путь. Занимается парень, имеет желание и возможности заниматься дзюдо, пожалуйста. Человек тут же берет его на карандаш и предлагает ему, а давай пойдем, у нас вот такой тренер есть, вот такой-то в такой-то школе спортивной, давай занимайся вот этим. Захотел карате заниматься? Пожалуйста. Баскетболом? Пожалуйста. Плавание? Пожалуйста. В губернаторском отряде 16 человек, 14-15 лет. Это как раз тот возраст, когда каждый из них стоит перед выбором будущей профессии. О специфике своей работы будущим выпускникам рассказал инспектор отделения по делам несовершеннолетних при городской полиции. Ребятам работа в органах показалась интересной, но очень сложной. В их работе очень много интересно именно в поисках этих детей. Мне понравилось, как они рассуждают, как они думают. Они пытаются также, чтобы дети выросли достойными, чтобы они могли продолжить, и чтобы наша страна жила в таком же
в хорошем и прекрасном мире. Также на встрече подросткам объяснили, что если в будущем они захотят служить в органах, но, к примеру, ранее уже состояли на учете в комиссии за какие-либо правонарушения, дорога в полицию им будет закрыта. Мария Сираева, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Накануне ребята из губернаторского отряда побывали на экскурсии в нашей редакции. Познавательная прогулка по телестудии заняла около часа. Туристы посетили съемочный павильон, монтажные комнаты и студию звукозаписи. Таблички на дверях гласят: посторонним вход запрещен. Однако для юных участников экскурсии традиционно сделали исключение. Ведь больше всего глаза ребят горят, когда они оказываются в павильоне, где снимают новости и тематические программы. Туристы попали в самое сердце телекомпании. Хромакей, пюпитр, суфлеры и камеры на мгновение в их распоряжении. Через специальное программное обеспечение они показывают одну картинку. То есть она распространяется на все четыре экрана, дополняя друг друга. Погреться в лучах софитов решили ребята, которые поначалу стеснялись даже фотографироваться. Обычно самые смелые и активные участники экскурсии успевают не только сделать снимки, но и пообщаться со всеми участниками телевизионного производства, корреспондентами, монтажерами и режиссерами, а также договориться о стажировке в нашей телерадиокомпании. Попробовать делать новости можно в любом возрасте. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтеюганске». Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.